заданием справляется просто на ура, друзья. 4 скорости вперед, 1 скорость назад. Молотилка молотит просто на отлично. Колеса мне тоже очень нравятся. Не скользят, не пробуксовывают. Когда уж сильно гололед, допустим, попадается, да, там может чуть-чуть буксануть, но не особо как бы. Здесь вот специальные лыжи такие, вот, которые можно регулировать чуть повыше, чуть пониже, чтобы камни не собирал, не хватал. В общем, как-то так. Лопатка для чистки. В общем, все удобно. Компания Redwerk, друзья. Ссылочку оставлю в описании под видео.